Поэтому в этой теории, которая называется «Дьявол в Христе», она, в общем-то, вся построена на пространстве, на понимании. То есть такое пространство, еще такую форму, потому что форма – это тоже пространство. Есть такое определение, что такое форма. Это движение, организованное движение плоскостей в пространстве, а плоскостей разных величин в пространстве. И точка, как вы читали, может, когда-то у Филонова, что точка является единицей действия. Это я потом все, если будет еще такая возможность, у меня впереди масса всяких лекций, упражнений и прочие дела, так что все это зависит не от меня. Сегодня как бы такой день знакомства. Поэтому цель данного диктанта – ощутить по возможности контакт с бумагой. По возможности. То есть изображение, которое наносится на бумагу – это наше привычное состояние. А изображение, которое выходит из бумаги, бумаги и бумага, для нас это новости дня. Вы же видели, что я взял и нарисовал, как из двухмерной плоскости выходит объемная линия. Поэтому в силу этих причин мы должны как бы познакомиться с листом, с его качествами. И поэтому относиться к листу нужно с уважением, как хорошо такому воспитанному человеку, который, если вы с ним будете общаться хорошо, и он с вами будет общаться хорошо. Если вы недостаточно проявите к нему уважение, он вас в себя не пустит, понятно, да? То есть это как бы дверь, как форточка. А мы как бы на стекле, понятно, да? Значит, если на стекле, то это предметное мышление. Если форточка, то это именно то, что нам нужно в данное время. Скажите, пожалуйста, вот в данное время этот человек рисовал так, а этот рисовал так, а тот иначе. То есть вы как-то ходили по листу бумаги, правильно? Вы можете описать свой след, вот как вы шли, допустим, там слева направо, там вверх и так дальше. Понятно, да? Значит, это вы сами шли или вас что-то побуждало идти так? Сами. Сами. Сами, потому что каждый по себе задачу ставили, и мы. Хорошо, сами. Остались рамки какие-то. Значит, давайте так. Сейчас мы сядем, каждый за свой рисунок, и наведем порядок пересечения линий. Хорошо? Хорошо. А если я уже наделала? Может, 13? Хорошо, если 8. Вначале, когда мы рисовали просто плоскости, у кого-то даже были отдельно нарисованные плоскости, что это означало? Что эти плоскости оставались в плоскости листа, они не выходили ближе. Потом мы начали накладывать друг на друга. Получилась каша. Потом мы в этой каше разобрались и поубирали все то, что не надо было убрать. Таким образом мы получили порядок размещения этих плоскостей. А потом мы взяли и отметили первую и последнюю плоскость. Да, и тут еще что. Кто над кем имеет власть? Лист над вами или вы над листом? Здесь явно четко прослеживается, потому что, допустим, ну вот, допустим, человек начал
И так потихонечку, потихонечку, потихонечку пошел вот сюда. Бац, а тут край. Тогда что можно делать? Опускаться ниже, идти сюда, сюда, потом сюда. А если бы счет продолжался? Ну, к примеру, до 100. Что бы мы делали? Ну, мы бы так пошли бы, потом так пошли бы, ну, так пошли бы. Ну, так вот сходили бы, вот как мячик, который, шарик воздушный. Он раз, а потолок тюм, вниз пошел, потом от низа куда-нибудь в сторону. Понятно? Да. Значит, о чем это говорит? О том, что мы власть над листом пока не имеем, лист пока нас держит крепко в руках. Понятно? Если мы проделаем второе упражнение с кубиками, у нас дело двинется лучше.